Самое важное на дорогах – это безопасность. Зимой этот вопрос наиболее актуален. Неважно, светит солнце, идет снег или льет дождь, трасса должна быть готова к любым погодным условиям. Для этого ежедневно ведется мониторинг дорог, трассы чистят от снега и обрабатывают от обледенения. Пока осадков по прогнозу не ожидается, уборка идет согласно плану. В данный момент работы ведутся в Ульяновском районе. Работа проходит плановая по очистке проезжей части путепровода через реку Свияга и пешеходного перехода на путепроводе. Вот. Очищаем повышенный борт камень у тротуара, потому что если не убираешь сугробы, снежный вал, то получается заужение проезжей части. Это недопустимо по ГОСТу. Участок дороги под селом Полдомасово чистили десяток машин и рабочих. Первыми, вооружившись лопатами, к работе приступили люди, а уже потом тяжелая артиллерия. С этой дорожной полосы убрали около 30-40 кубов снега. Теперь трасса очищена, можно путешествовать безопасно. Ближайший план – мосты очищать. Следующий – это деревня Загудаевка и Тетюшская. Потому что у нас даже если не идет снег, постоянно днем и ночью машины выезжают, груженные противогололедными материалами, на патрулирование. И водитель уже сам смотрит, если там, да, гололедица на дороге, то он, соответственно, посыпает и докладывает об этом дежурному диспетчеру. А диспетчер передает дальше. Жители районов области могут обратиться на горячую линию за помощью по расчистке дорог по телефону 79 50 14. Светлана Карпухина, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.